Иваглоты и велолюбители, я вас приветствую. Хочу представить вам каньон Endurace CF 7 серии в размере M на навесном беспроводном оборудовании SRAM Rival. Такое вот прекрасное оборудование. Если сопоставлять Shimano, то это 105, средний уровень, но весьма отличный. И за хорошие деньги, 199 тысяч рублей за данный велосипед на беспроводном оборудовании. Это очень хороший выбор, если вы давно ищете себе эндуро байк для того, чтобы гонять по пересеченке и по шоссе. Можете переставлять покрышку, ставить на шоссе и гонять по дороге. Также вы можете поставить, как сейчас установлено, гравийные покрышки и гонять по пересеченке. Зазоры позволяют ставить большие покрышки, поэтому байк универсал, эндуро, что в принципе понятно и по названию самой модельки Endurace. Велосипед выполнен в такой красивой расцветке, сама рама синего цвета, а надписи фиолетового видны под определенным углом. Если вот так вот сделать, чтобы свет попадал на надпись, то будет видна расцветка самой надписи. Вынос, руль, подсидел и само седло у нас все стоковое, оригинальное, все каньоновское, то есть вынос алюминь, руль алюминь, карбоновый подсидельный штырь и седло физик арго. Велосипед очень комфортный, имеет очень комфортную посадку. Как выше видео сказал, что это эндуро байк. Эндуро байки обычно бывают с такой комфортной посадкой, но не агрессивной, не гоночной. Велосипед рассчитан для большого количества людей, которые хотят кататься в свое удовольствие по парку. Также вы можете переставить алюминиевые колеса DT Swiss на карбоновые колеса, и этот аппарат превращается уже в гоночный велосипед. Также у нас установлены здесь калиперы SRAM Rival, гидравлика, ну и все по классике. Как ранее в видео говорил, что стоимость данного велосипеда составляет 199 тысяч рублей. Это недорого для данного велосипеда, данного класса, который имеет очень свежее навесное оборудование, беспроводное, что немаловажно. Сейчас большинство людей и гонщиков переходят на беспроводное оборудование. Оно очень удобное, очень надежное и нуждается в малом количестве инвестиций, времени и денег в саму трансмиссию. Единственное, нужно будет подзаряжать вовремя. Вот. В принципе, все. На этом все, что я хотел сказать. Сказал, что касаемо данного конкретного велосипеда. Вот, если он вам понравился, вы можете написать нам на Авито, я с вами свяжусь, и мы обсудим все условия сделки. Ссылка на Авито аккаунт находится в описании под видео. Подписывайтесь и ставьте лайки. С вами был, как всегда, ваш любимый Тарзан из ТикТока. Всем до свидания.